Ребята, всех приветствую на канале. Сегодня разберем, как с мобильного телефона подключиться к скрытой Wi-Fi сети. Итак, на мобильном телефоне заходим в настройки, заходим в Wi-Fi, включаем Wi-Fi. Так как сеть скрытая, она в доступных сетях здесь не будет появляться. Для того, чтобы к ней подключиться, мы должны знать имя сети. Например, вот имя Маша или Киевстар. Вот это имя, и должны знать пароль. Если вы его знаете, значит, нажимаем «Другая» и вводим имя. Значит, у меня сеть называется Homes. Безопасность также нам нужно знать. У меня VPA 2. И вводим пароль 0987. Нажимаем «Подключиться». Есть, друзья. Таким образом, вы можете подключиться к скрытой Wi-Fi сети, зная ее имя и пароль. Надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Всем удачи и пока!